Сегодня про рудбекию. Наш чудесный цветочек. Очень нежный, очень милый. Который, так же, как и другие наши цветочки, участвует в акции «Бесплатная доставка по России». Привет всем добрым людям! С вами Елена, садовая мастерская Q Garden и рудбекии. Посмотрите, какая прелесть эти рудбекии. Очень нежный получился цветочек. Такой прямо вот весь ручной-ручной. Все лепесточки изогнуты-вогнуты. Вот какой он хорошенький. Это не крупное изделие. И его можно даже поставить дома в вазу. Но если вы захотите дома в вазу, то я рекомендую вам покрыть лаком по металлу. Сейчас много лаков, которые можно использовать прямо по ржавчине. Она зафиксирует и не будет пачкаться. И вообще, если вас смущает то, что ржавчина пачкается, всегда можно покрыть лаком. Будет такой эффект, как будто влажная, но зато не будет пачкаться. Посмотрите, какая прелесть. Сам цветочек 10 сантиметров в диаметре. Ножка 85. Обратите внимание, что этот цветочек на тоненькой ножке. За счет этого он смотрится таким нежным и изящным. Заказывайте металлические цветы в Q Garden. Поддержите нашу компанию. Мы хотим стать сильной компанией для вас. Сильной, стабильной и делать красивые вещи красиво. Выращивайте сады, украшайте их и будьте счастливы. Ваша Елена и садовая мастерская Q Garden. Пока-пока!